назад я в интернете проводила такой песенный марафон, придумала, и каждый день писала песни на заданные темы людьми. То есть люди мне писали темы в виде одного слова. Там, например, гроза, небо, утюг, огонь. И я выбирала слово, которое меня вдохновляет, и писала песню. И вот самая первая песня, которую я написала, это была песня «Скучаю». Ее полюбило очень многие люди, и поэтому больше всех из всех песен ждали именно ее. Главное, когда ты работаешь с людьми, и в последнее время для меня это вообще решающий фактор, мне очень важно, чтобы люди были неравнодушны к тому, что они делают. То есть я просто отказываюсь от вариантов работы с равнодушными людьми. Поэтому сегодня Георгий Гаврилов, и мы работаем вместе. Скажи мне, что все хорошо. Сон не снится. Дай пока фонограмму, ребят, приготовили. А где фотография в рамочке? Фотография в рамочке. Сейчас. Она вот здесь. Смотри. Болтаемся меньше, смеемся больше. Мне хочется увидеть интересное маленькое кино в рамках нашей песни. 29 ноября в Вегас-Сити Холле состоится мой большой юбилейный концерт. И это, конечно, самое главное событие этого года и вообще, наверное, самое значимое событие концертное вообще в моей жизни. Все интересное, что накопилось во мне за эти годы, хочется воплотить и подарить людям на этом концерте, на этом вечере.